Блять! Чё? А, я умер? Я вижу небо. Блять. Что произошло, я умер? Нет, а что делать-то, блядь? Сиди внутри сейчас. Блядь. О, пацаны, Айкон признал, а я говорил. Никто не слушал, а я говорил. Пизду набором, блядь. Да, блядь, вы сейчас при... Ну, хотя ладно, я сниму, давай. Так вы же можете перебрать. Я снимаю, нахуй. Так, все остальные побежали вперед, похуй, кроме молока. Все остальные вперед, посмотрите на видосе молока. Молоко восстанавливает, может другу отдаст, а то сейчас убьет. Я снимаю. Ты специально. Да я, блядь, он что-то сломал. Ты сейчас сломаешь трак, Дудли. Ой-ой-ой. Блять, он сломал. Ой-ой-ой. Пацаны, я перевернул. Нормально. Только у нас траков нету, блядь. Как отличать, я не понимаю, в ПНВ? Ну они, блядь, они надо. Ну, заебись. У нас черные. Вот кто? Вот сейчас вот стреляет какой-то пидор. Я его вижу. Это МХ стрелял. МХ вражеский? Вот сейчас. Вражеский. Значит, я врага вижу. Вижу труп своего. Внимание. Дувер живой, кто это? Ну, сейчас на салют. Вот да, где Асис поставил метку, и ты медведь метку поставил, там труп своего. Значит, он враг. Обходи просто. Убил. Убил? Блять, там под СМЛ еще, по-моему. Это Довер. Нет, блядь. Не. Тут на моей метке шут, блядь, хуй пойми что, блядь. Убивай тогда. Так, я не знаю, кто убил. Не вижу. Блядь. Где? А, вижу. Свой? Или враг? Враг. Не, живой еще. Враг или кто враг, это? Враг. Стой. Блядь. За ним. А за ним кто? За ним свой? Враг тоже. Блять, враг. Понял. Это я. Довер, иди камень, за камень. Выйди, камень. Да, иди, вот, да. Убил. Так, я тут, да, вот, светит лазер, видишь? Перед ним, перед тобой должен быть. Еще раз, идите. Убил? Убил. Отлично. Сейчас, убей. Он засунул его в мешок для трупа. Сейчас он в мешок превратится. Еще один. Я. Тот самый? Держись, медведь. Блять, бы было долго лететь. Я. Блять, сука.
Противник сорвал. Стройка, третий этаж, там сейчас будет. Да, ну я призвёлся в жопу. Вижу, бы еще будет пробовать. Попал. Зону штурмуют. Попал. Блять, меня разнесло. Меня сильно по... Блять, сука, я опять своего убил. Арма 3. Сейчас просто едем ближе ко Львову, но во Львове тоже пиздец, поэтому не знает.